Да, там перед ЦЛК, короче, квестер стоит. Внизу там. И делаешь квест на него. Там в конце, правда, монетка. Рвешь, ты не готов. И разъебываешь веселее. У кого-то там брат мелкий играет там. В доту, что ли? Какую-то хуйню там. Хуже. Хуже? Что может быть хуже доты? Майнкрафт. Майнкрафт? Линейка? Майнкрафт, точно. Нахуя, говорит, нахуя ты этот кубик сломал? Это был мой кубик, нахуй. Это, сука, мой дом. Я тут клад закопал. Тут мой шмот лежит. Видели этого? Немец задротит Вов видос. Ебать, прям под Вов подходит вообще. У него там что-то другое было, Unreal Tournament, что ли? А, где он по клаве долбит потом? Да, да, в очках такой. Думай, говорит, о немецкой порнухе. Было, тоже играл в Майнкрафт. И чтобы у меня шмот не спиздили мои друзья, мне приходилось закапывать сундуки с складом. Все понятно, блядь. Потому что они были пидорами. Я понял. Тинтек молодой, ему 15 лет. Мне 18. Ну, почти, видишь, угадал. Так, в смысле, я играл, когда вышел 1.4.7. О, ты же версии знаешь. Даже я не знаю, что такое. Остеом надо кому-то? ШДшники. Хуй знает. Так, стоп, это ловушка. Вернись, блядь. Ой, там БЕшка лежит. А, где? Там минус. Пойдем покажу. Не шарит. Ну, врет по-любому, да, про БЕшку? Да пойдем покажу. Уже не лежит. Уже моп исчез. Хуёво. Ну все, проебали, блядь. А там 200-я боешка была. Да, пояс. Ой, это давит. Та скоро прижит. Интересно, вот Т5 выходит. Это 1000 ГПМ за один кусок. Это получается, он будет целый месяц лежать, и потом ты второй кусок ролишь, и у тебя тогда ходишь с этим, да? С Т5. Нихуя не да, понял. Нет, наверное. Ну смотри, ты сказал, что за Т5 кусок 1000 ГП, а 1000 ГП это месяц ничего не лутать. Да чтобы что ты взял? Ну как это ничего не лутать? Что-то ты придумываешь. Как это ничего не лутать? Ну, если кроме Т5 больше ничего не падает, то да, наверное, ничего не лутать. Но есть же и другой шмот. И он не весь нужен. Не весь нужен. А Т5 можно будет достать? Кроме как средний. Ну потом можно себя, будет его типа купить, но вообще, как бы, первое время он будет только с боссов падать. А Т4 сразу же можно было в РБК фармить? Да, Т4 можно было сразу. Да нет, по-моему. Нет, нельзя было. Т5 делают тогда, блядь. Какое-то время. Нельзя было сразу. Нельзя выйдет было? Т5 гер, нет. Нужно будет покупать две вещи за пустую. Давали вендора, когда только прошли первый раз с Каражан. И то это, когда там народ, что ли, одевал уже токены или что-то такое. То есть время промежуток было, когда еще не раздавали эти токены. Так, за... этот самый... РБКшки. Водишь, короче, этого профа. Москон. Вот тут зеленый выливается. СДДшники. Вот. Кто тупой, короче, ориентируемся на Дисгрейси, да? Он у него ассист есть, он, пускай у него будет квадрат. Встаем в него, отлетаем в ту сторону, куда он отлетает. Будете вокруг стоять, будет хуйня, будете вайпаться. Это, колбы тоже не ловите там на Дисгрейси, да смотрите. Ну, РДДшники за шелфиром смотрим. Вот кружок. Пельмени не ловим. Будете пельмени ловить, блядь. Не дай бог выпанемся, блядь, каждому в ебу, кто словил газ от колбы. Милики, это минус ваш ДПС. И вязкую газ? Гадость. Это персонаж. Душливый газ. Это персонаж из Вовки, Синтек называется. Блять. Да его чё. Ну вообще Синтек это холодильник. Ну вот. Он с нами каждый РТ. Так, там умножение покидайте. А новую колду видели? Вот вышло недавно. Бидон, блядь, лужи не стоит.
Давай, Warfare, ты вообще в хиле? Да. Ну, умножение накидывай. Я накинул. А, блядь, сейчас, блядь, слизень. В зеленой этой слизень сразу его бить начинаете. У меня нету ярости, нахуй. Все, плюнул. Вот, в РДД стоим, на слизня не бежать. Кто улетел к воротам, тот пидор. Бьем слизня. Сказано стоять в квадрате, вы что, слепые? Босса переводим. Ничего не стопаем. Побежал. А вы что, так будете по КД пулить раньше времени, или все-таки вы будете ждать до конца таймера? Берегитесь. Так, пельмень словил. Тролл Д, домен. Два нуба. Претенденты на ГП. Тролл Д, как дела? ДПС 11. Давать тебе шанс, или ты лагаешь? Не баблом прокалывание. Чтоб не словить пельмени, смотрите. Пельмени. Где стоит кружок? Вон они летят, две пельмени. Красного бьем. Слушай, уходим. Красного бьем. Злобный рез и тролл Д. Пельмени секунда. Добейте красного резче, блять. Милики, вы что, ну, захильте мага, фу, баф, каску, ап, пистобаф. Или мени летят, тролл Д, внимание. Смотрим, кто словит. Никто не словил, так и надо. Так, зеленый, готовимся, милики, бить. Ёб зеленого. Добиваем. Пельмени у вас летят, внимание, повернитесь. Пельмени летят к столу, внимание. Внимание. Лужа, отходим с лужи. Отходим с лужи, выливается красный. Готовимся РДД его бить. Бьем красного. Ой, блять, лужа там, пиздец. Бьем красного. Минимум. Цель красного, ультраприз себя захиль. Захильте его. Билики, помогаем красного. Будем стопать, будем еще зеленого бить. Красного резче. Так, стопайте по боссу. Шалфир, если что будешь добивать, с лужи выходим. Зеленого готовьте зергать. Зергаем зеленого. Милики в РДД стоим. Ждем, пока выберет цель. Бьем зеленого, убиваем. Все, переводим босса. Дотайте босса, переводите до следующих луж. До луж 7 секунд. Босса, переводите, РДДшники. Быстрее, хуярьте. Ну, 0,3%. Лужи 2 секунды. Все, перевели. Пойдет. Крия, закиньте сейчас по бигдэму, если есть к. Я закину. Значит, москон первый держишь, до 4 стаков потом заберу. Так. Давайте Геру. Берегитесь. Пельмени отбежали. Лужи отбежали. Так, ждем колбу, милики, не ставите. Неплохо. Пельмени секунда. Колбы 5 секунд. Готовимся. Наебал, да? Вот пельмени полетели отбегать, РДД. Прям в миликов прилетели. Йо. И колбы вон стоят. Так, четвертый стак получил, забираю, так добьем.
Так, выходим с лужи, выходим милики. Чё-то как-то хуета какая-то. Давай выведем отсюда. О, Бурибай спиздил. Хорош. Стак спиздил? О. РДД, да. Подальше от профа отойдите, там с пельмени будут лететь близко к вам. Вот они летят близко, отойдите еще. Я вывел оттуда, чтоб получше было. Так, чё там? У вас так нормально должны убить. Колба была там, нет? Не. А, вон колбы стоят. Чё, мне что-то не говорить, я не понимаю. Отходим. Короче, не зыбку дал. Поставите там шкаф на совете. За 55. 5 минут, 55 секунд. Так, завоеватель. Защитник. Ну вот, я, кстати говоря, на ПК, когда вышел God of War, я себе скачал, прошел. Но я, конечно, я сразу скажу, блядь, я дурачок, блядь. Я включил самую большую сложность, бог войны, блядь. А она, оказывается, не меняется, короче, нахуй. Ну да. Она не меняется. Она плохо забаланшена. Ты прошел? Она очень-очень дерьмовая, эта сложность. Не, игра красивая. А хули прошел? Ты чё, думаешь... Загайте. Я думаешь, не пройду, блядь. Да я скачал тренер, нахуй. Я включил себе там x100 урон, нахуй, x100 защита, нахуй. И просто бегал там, всех разъебывал. Да ты, блядь, профессионал. Скиллрум, а блядь, бог, блядь. Ной это играл? Чё играл? Ной это. Что это такое? Ну это, короче, ты играешь за ведьму. И весь и мир песочница там, типа... Спускаешься в подземелье, а потом в конце там босса убиваешь. Не помню. Квест берите. Некромантка, веди. Нет, не распылил. На... Она такая, типа, там, чтобы один раз босса завалить, там, наверное, раз 300 надо умереть, чтобы понять, блядь, правила игры. Потому что ты можешь себя собственными заклинаниями убить, тебя там может шальная пуля прилететь. Веди. Может просто раздавить. Веди, веди. Рейд. Ты вот сейчас про игру расскажешь, мне напоминает это магику. Рейд пиздежа, блядь. Да, почти как Мэджика, только там мир весь песочница. И, допустим, если тебе не устраивает твой мир, ты можешь прокопаться куда-нибудь вправо и зайти в другой сид. Вот. И если ты хочешь получить истинную концовку, тебе надо собрать 33 сферы. Сейчас приду. 32? Ну, а чтобы получать 33 сферы, это надо, короче... Раз 10 побывать в альтернативной мире. Вот. Ну, это и полная хуйня. У босса будет какие-то миллиарды хп там. Нет, не миллиарды, он. Квинтиллион хп будет у босса, если ты, короче, 33 сферы соберешь. И что это дает? Дает, но если ты заберешь босса на истинную концовку, то тебя запишут в игре как героя, поставят монумент. Ну, типа. Вот игре уже года 3-4, и всего один человек прошел на истинную концовку. Вот он будет как Давакин на ночь смотреть на картинку и это. Хуя вы нормально. Единственное, просто дубак, который решил проебать пол своей жизни, чтобы пройти игру. Ну да, вы прикиньте, Квинтиллион хп это. Он, блядь, 30 минут бил босса с учетом того, что он собрал самую сильную палочку магическую, которая наносила там миллионы урона. Палочка это вроде в Гарри Поттере такая хуйня, да? Да, ну там жезлы, типа, в жезле собираешь заклинания там из других разных заклинаний. Кто-то время активировал. Пошли. Да, кто-то бич. Сука. А кису реснить. Этот, Шалфир, пошли там этих тактиков по одному ебанем. Ладно, раз уж нам надо, короче, с первого трая, так и будет спектр. Квест на Ланатель? Да. Да. А Факторию играл? Будет. Нет. Это у меня брат такой любит. Симулятор завода. А-а-а. Нормально. Я симулятор Вайда играю, вот видишь. Целый дебет пролет. Тури, блядь.
Давай третьего. Слева вон тактика. Слева. Это как кто-то в чате написал. Говорит, мне Вовка не нравится, просто нет других альтернатив. Натуре. Не, ну по факту-то он прав. Помощь. Есть другие альтернативы? Есть чем альтернативы. Дохуя? Просто они хуже, чем да. Волк. Блять, ну он прав. Либо за них платить надо. И тоже хуйня. Ну, Lost Ark есть. Это как же Genshin? Какой Genshin? Ну, Lost Ark так себе. Genshin это приз такой. Есть, короче, какая-то русская RPG. Алоды? Алоды онлайн, во, в натуре. У меня друг в нее на старте игры, он говорит, такая хорошая игра была. У него оффлайн уже. Ну она, была? Кстати, сейчас получше вроде стала. А потом ее купили Mail.ru. Ну это да. Ну что, вообще, что за поначалу был шикарен? Вот он купил Mail.ru. А в Stellaris кто-нибудь играет? Играл? Я играл. Я играл. Ну я как играл, блять, до конца не проходил никогда. Скачивай, короче, Stellaris, еще кого-нибудь найдем. Вот кому не жалко там часов 10 своей жизни. До конца пойдем. Там только раскопки археологически интересно, остальное у меня, блядь, так себе. Ну а так, круто, не красиво. Знаю. Да, блядь, все сводится к тому, что надо ебаную вселенную завоевывать. Нахуй это надо? Ничего супер такого уникального там нету. Хотя широкие взгляды достаточно. А цивилизация пятая или шестая? Ой, блядь, тоже дрочево в этих треугольниках или как там, пятиугольниках, блядь. Гексы. Это гексы. Гекс. А, про дрочево говорили не говорить? Ладно, я понял. Ну да ладно. Ну ты уже два раза сказал, ничего страшного. Ну, так, есть эти, есть драники, если что, а другое название у них дроченые. Дроченые это, по-моему, когда с этим, с мясом. Нашел наушники. Хорош, блядь. Неплохо. Неплохо сразу же. Ой. Ну короче, Москон. А, смотри, покермон. Покемон сдох. Москон сдох, покемон. Короче, Москон. Блядь, Синтек. GTA San Andreas играл? Конечно. Без кодов проходил на 100%. Нет, я там, короче, ну вот, а я проходил. С вертолетиком, короче, заебался уже. Чё я ее прошел, там? А потом не сохранил игру. Хули ее прошел. Негры лохи. Согласен. Негры пидоры даже. Осуждаю. Осуждаю. Это вообще-то шутка была, блядь. Надеюсь, никто в Твиче там не стримит с партнеркой. Как ты думаешь, а вдруг у нас играет кто-нибудь темнокожий сильно? Кто осуждает? Ну, как это я темнокожий? Я попал, что? Не, так серьезно, типа, ну без рофлов. Вот Вилания, я черный. Да и он гонит. Не, могу скинуть инсту. Ну, скинь, скинь. Окей, ща. Не, если... Что, тебе скрин? С Африки, типа, ну, типа, реально. Сейчас. Синтек, Синтек, ты в хиле? Давай, это, где бидон? Где бидон? Где бидон, сука? Где бидон? Бидон, ты где? Обычно, как-то он всегда к планетели приходит, он всегда это уходит. Просто тоже, блядь, так разговариваете, ну, блядь, ну ладно, еще слово это, блядь, но как это, блядь, уже аж называется. Блядь, я считаю, все равны, люди и черные, они все равны. Блядь. Просто у меня какого подруга за сенегальцем замужем, так он вообще без акцента даже разговаривает. Москон, ну, пойми, это, Келеси, ты иди забирай квадрат, короче, мы так заебемся слушать эту всю хуйню. Пошли, забирай, пуляем. Ой, боже мой, нахуй, я никогда столько не смеялся, нахуй. А над чем ты смеешься? Над неграми? Нет, нет. Да. В целом, тут шутки разного характера. Знаешь, это зашли как-то в рейд с ЛК-25 на 30 человек. И давай обсуждать негров. Хотите песенку про негров, блядь? Сейчас я спою, блядь. Сейчас я вспомню только слова. Ай-яй-яй, убили негров? Не, сейчас. Так. Сейчас только стоунчу, блядь. Мне бы хорошо бы кто-нибудь слова напомнил, блядь.
сука, Биг Дэм, блядь, сдохнуть хочется. Как мы можем тебе их напомнить, если мы не знаем, что за песня? Песня называется «Черный бигуди, мальчишник». А кто из них группа, я не знаю. Группа бигуди или мальчишник? Мальчишник группа. Вот, песня, значит, «Черный бигуди». Значит, там пелось так, короче. Пацаны, сфера, захожу... давайте это дамажим. Блядь, да помогите кто-нибудь кинетику побить, алло. Кинетику бейте, вон пацаны, этот Тролл Д, Дамьен, который, маги, которые мало дают. Втроем. И покемон тоже хуярьте. Я бы один нахуй не вывожу. Синий шар бейте, алло, вот этот, квадрат сука, стоит. Я тут ветками синий, не блядь, оранжевый, алло, дальтонизм. Так я про квадрат говорю, дальтонизм, блядь. Видишь, квадрат на нем стоит. Какого он цвета, как ты думаешь? Он? Сфера буромалина. Ладно, притягиваю, смотри. Притягивай, не работает. Начинай. Блять. Биг Дэма ебанули. Я ресну. Блять, да что вы там... Маскона убила, блять. Я понял. Блять, Виллор, ты долбоёб, нахуй. Я тебе отвечаю. Справедливо. Стопайте, дамаг. Уйдите отсюда все. Стопайте, дамаг. Ну, мне... Блять, опять сдох. Дайте ему еще один БР. Че, квест просрали? Стопайте, дамаг, по этой хуйне. Уйдите отсюда. Уйдите... Войда. Уйдите отсюда все. Дайте ему зубы. Сейчас, сейчас закроется и килесит. И будем уже... Руки, зубы, дайте. Выруби, выруби. Нахуй еще в рейде, блять, музыку слушать. А Масхона вы будете бэрить? Да сейчас, вы можете стопнуть и отойти? Или вы невменяемые какие-то, блядь, стопните и отойдите? У кого там БР есть? У этого? Аравист лежит. Не, сейчас уже никто ничего не сдаст, блядь. Он, ладно, он же второй раз, стоит. Он же второй раз падал. Там какой-то мудак подошел и сферы убил, правильно? На этом. А, Винлорд нажал БШ. Ну вот, Винлорд, как дела у тебя? Мужик. Разбегайтесь. На Талдраме добейте 4 ляма. Сколько там, 30 секунд открыты или 40? Когда 5 секунд до смены цели будете, отойдете там, я шарики словлю. На килесите. Да добить должны 2 ляма. Сейчас на трэше врубишь там. Вспомнил песню? Да вон кто-то включал ее. Ресети людей. Он же и врубил. Не, я не врубал. Короче, я это скинул в чат. Фотку. Не вижу. Какой чат? А два таких кольца можно носить? В чат именно рейдовый вот этот. Одинаковые кольца? Нет, там же написано уникальный. Там написано... Ты не скинул, там написано White Nigga Глеб. Окей, вот я скинул в флут. И что, это реально ты? Ладно, поверь. Да. Не, а это как? То есть... Какой город? Минск. Не, а это как получается? Ну, это же не полноценный негр, это же все равно какая-то... Да, это не полноценный, это типа мулат. Мулат. А, вот как это называется, точно. Ну, это же все равно... Это же все равно же не негр, это совсем другое. Приходит на слово говорить. Как бы, типа, в Беларуси пофиг. Так, а, так а как говорить, не говорить, если, ну, негр, ну, он есть негр? Ну, типа, это слово, но, ну... Как, вот почему ты говоришь, хватит говорить, но если они есть негры, что теперь говорить, как правильно называть? Ну как... не то, что негры. Войд говорит. Афроамериканец. Больше. Как говоришь? Уголь. Уголь? Афроамериканец, Войд. Нет, афроамериканец, так он же не из Америки. В натуре, блядь, вы, ну, различайте его хоть, ну. А как у вас нет негроидная раса? Вот я, допустим, общался с негром с Камеруна. Он приезжал к нам в ресторан, он там подрабатывал, короче, ну, меню подавал. Вот я с ним общался, ну, на английском говорит, ну, еще на своем языке говорит, но я только английский знал, чтобы с ним поговорить. И говорил, вот с ним познакомился, как его зовут, спросил. Он говорит, там, в Кении, говорит, а, в Камеруне, говорит, мы...
Мы, говорит, любим футбол играть. Вот он мне все это рассказывал. Его, короче, звали Коллинз. Вот у меня Корефан рядом стоял. Он такой слышит, он говорит, Коллинз. И такой смеется, говорит, как джинсы. Говорит, как джинсы. Тот тоже хохочет, блядь. Я начинаю ржать, блядь. Это вообще пиздец. Сука, бичи воет, блядь. А, как черные джинсы, да. Что, вы вайпнулись? Воет. Бегите, примораживайте. Воет, блядь, беги нахуй. Примораживайте. Это черные джинсы, танчите. Ваня, все в сторону воет. Примораживайте, бегите, бегите, примораживайтесь. Там если БР есть, дайте. А, он уже нахуй встал. Сейчас я тактика стаунчу. Вот. Тактика бейте. А нормально, что у тебя в браузере 30 тысяч вкладок открыто? У меня? Да, ебать, мне хуже частицы ебалось. Да похуй, каждая вкладка это что-то важное. Таунт да, КД, да. Короче, на рыцаря. Сколько FPS вводит? Рыцаря 75. Забрал. Тактика пока не могу, таунт КД. Сейчас заберу. По секрету браузер забрал. Можно закрыть, открыть в любой момент, и вкладки сохраняются. Не каждый браузер. Там... Ну там в настройках есть. Не каждый браузер такие настройки выдает. Да? Ну, у меня... Да, например, Google Chrome тебе скажет, пошел нахуй. Так что, ну... Opera тоже. Я не знаю, ну, мнение-то, конечно, у людей разное, но в слове «негр» нет ничего такого, ну... Так в Африке есть нигер же. Отдайте, пожалуйста, нигера. Осколок лежит. Нигер это другое. А вас не смущает негроидная раса, а потом уже негр? Осуждаю вот, максимально. Вот сначала есть... По факту есть раса, да? Скажем, ну... Ну... Какая она? Негроидная раса. Негроидная. Это все знают, что она с Африки пошла, да. Там, да? Вот, ну, негроидного человека расу, как ты назовешь? Ну, негр. Ну, он негр. Ну, как еще называть? Просто черный, блядь? Парень. Нет, черный, мне кажется, это еще оскорбительная хуйня. Это вот. Еще хуже. Си-Джей. Уголек нахуй еще скажи. Не. Мне кажется, черный наоборот. Черные про белых так и говорят. Белый, типа, белок и так далее. Типа, тоже нас... Снежок, да. Да, снежок. Белые про черные говорят, что черный человек, черный мужчина, там женщина. Так, снежки, гол бить. Пачи маняни. Я тебе Бен Сивер сейчас резну. Фух, бля, 16 минут, давайте с первого трая. Ага. Илану и принцу. Да, сейчас по-быстрому дадим. Гири. Че, вайпнем все с первого трая? Не, давайте делать. Без вот этой хуйни. Без ну, не, подождите, ребят. Ставки надо делать, кто первый умрет. Синтек нахуй. 500 ГП сразу. Кто лучше, блядь, не разольет. Так, ну среди всех, я думаю, что первым умрет, ну, наверное, бидон. А, ребятки, только давайте не будем вот это вот заезженное, да, у меня свет выключили там или еще там что-нибудь. Кошка, блядь, рожает. Ты чё, у меня кот провода оборвал. Во-во, ты... У меня негр в дверь постучался, ебать. Жалко. Я у тебя. Всё, давайте без негров. Без воды, пожалуйста. Ну кроме того, черныша в рейде. Добренький. Блять! Ой, блядь, зря ты это сказал. Я вообще. Ты сейчас будет такой раз кикать, блять, ну давайте. Я не понимаю вообще, блядь. Ладно, все, хватит плохих шуток. Что происходит, да? Если кофе, то только черный. Правильно. Ой, дай фласку на это. Пиздюлей могу только, да? Где твои сапроты, блядь? Сапрот. Кто-то там на Эдера поставил. А если на Минлорда что ставить не будете, что ли? Я его не знаю. Сапроты кому надо, кидать обмен. Фу, блядь, нахуй. Как он там? Цыкаемся, пиздец. Как он там сказал без черта? Давайте порогом кулак, пожалуйста. Разрывает нахуй харе, пацаны. Держись. Без воды, ребят, без воды. Так, да сейчас это босса без воды убьем, и можно продолжить. Давайте так, босса убьем, а потом продолжим. Гол. Короче, кто падает первый, блядь, тому ГП, блядь, сразу. Кто последний? Давай, тоже. Сразу 500. 500 ГП первому. Неграм скидка 50%, нахуй.
Осуждаю! Вот это вот уже реально расизм, блядь. Да какой расизм? Это, блядь, шутка была. Водки, дай себе ГП. Ой, блядь. Я не расист, нахуй, вы чё, блядь? Все, все взяли. Ты, кстати, сам себе вклад делаешь? Да, конечно. Ну, неплохо, неплохо. Ну, а чё ты думаешь? Думаешь, я наёбываю, что ли? Голову перса перекинул, да, нормально. Да хоть с какого? Ну, у меня на всех это есть гильдейская голда. Так. Неважно, давайте. Рассказывать тактику, да? Или не будем? Так, значит... Ну, все знают. Метки расставь, да погнали. Давай прикольнёмся, посмотрим, что на этот народ, на чё готов. Да, да. А вдруг Герон там уже собирается? Да. 13 минут, давай посмотрим. Просто. На взлетке там вот эти метки не занимайте. Ну, мы на РЖ стоим, в принципе, под жопой, только в Гере стоим из-за того, что ДПС не хватает. Шектор, как обычно, центральную займешь, без метки, туда не заходите. Значит, Синтек, ну давай Синтек. Ромбик, только не налей лужу. Бидон, треугольник. Два самоскиллованных. Так, друид, отже. Ой, чё, кружок. Ну и... Ультраприз, звезда, чтобы вам выбегать было подальше. Антифир перед пулом на себя присты кидайте. Здесь полить надо будет рящиеся тени с челика. На первой взлетке массейв маскон будет давать. И друиды, сейчас я вас раскидаю. Вот так вот. По пати тотем мы возьмем у шалфира вот здесь. Так, кого там будем? Так, Агиса будут ставить, да, нормально. Маги там хуй знает, но у вас эти глыбы. Так, на первой взлетке маскон сейф. И, ну, ультраприст. Ну, или шалфир. Короче, шалфир дашь на хп на первой взлетке. А этот самый бурибай дашь по нему, это, каплю, короче. А по себе полтинник на взлетке. На первой. По шалфиру. Чтобы он, читая гимн, не сдох. Ну, ультраприст на второй взлетке зубы на себя. И дашь гимн на хп. Ну и друиды на второй взлетке дайте это спокойствие. Так, ну и на второй взлетке я с шектором еще сейвы нажимаю. Ну а по укусам там сами по рекаунту покусайте. Маскон, таунт. Только это, по ДБМу пульте. Да, да, по ДБМу. Это самое, маскон, таунт не нажимать, ЛПшки не нажимать, на пулы только на войда. Просто бежишь со мной рядом, бьешь автоатакой, стоим вместе. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Забагалась хуйня. Теди вокруг биг дэмэдж вара. Это получается у нас весельчак Авиналия такой, да? Ну да. Понял. Это и ты есть вот этот мулат, да? Да, чтобы, да, да. Чтобы ассоциация была нормальная. Да, по-моему, это Инстаграм. Чтобы сразу же говорил черный пидор. Чак. Может, это не его действительно? Нет, так это Лео мой. Кто твой? Твой? Реально? Любовник-то. Ой, блядь, только не это. Мне не надо. А ты модел? Да, 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 я модель. Вот нечего тебе, блядь, делать, играешь. Вот это. Да молодец, блядь, вспоминаю. Сука, Синтек, нахуй. Вы слышали, что Синтек говорит? Тут, говорит, нечего тебе делать. Нет, он у меня замучен. Ну просто это, в Сибири люди дикие, понимаешь? Тут, говорит... Ещё дауны. Чего, блядь? А ну нахуй. Нихуя. Блять, а можно панк свести, ёбаный в рот? Блять, снежки, сбегитесь. У нас на идее дебил. Ну так, в курсе, держу. Да не, он просто заслушался, блять, анекдоты нам смешные, смеется на себе.
Короче, взлетка там, готовимся, внимание. Бурибай каплю по шелфиру. Готовься. Москон Т4, нажимай. Так, шелфир ему еще укус надо передать. После вихря отжи рес эшектора. Рес эшектора. Синтек рес эровиста, ровист трол дореснешь. Разрезывайте. Отжи эшектора, ну быстрее. Сносите, иннер ему захилить. Рависта. Ты рависта резал? Ну быстрее. Да, злобный рез рависта. И захилить, и засчитывать его. Равист ролл Д. Бидон. Рот ебал, блять. Бидон, ставь тотем. Ультраприст на ману. Вот же рависта резал. Вот же уже потратил бы. Все так хуярим. Злобный и синтек только. Вот это видел. Добьем и так. Тут главное, чтобы хилы сейчас не сдохли на взлетке. Там укусы попадали, кстати говоря. А, нет. Сейчас только 6 ну, вижу. Пока, кто-то да? Не передает, что ли, или что? Или попадал ровист? Да, ровист умер. А, ну все, 6 ровист укусов умер. Тогда. Ну ждем 12 укусов, хули. Интересно, вот эти тени, тоже, вот да? Эти тени Давакина снять, диспел его, фул прожим хоты на него, насчитывать его там. Сейчас будет взлетка, готовимся. Фир, антифир ставим, фир диспелим. Далеко. Дал заранее, Т4. Шектор, начнется вихрь, дашь хуйню. И все сейвы, дубовые кожи, все спокойствие, злобный отжи нажимайте, спокойствие. Сейчас так, 10, смотришь, короче, 10 секунд укусы передадут. Только биг дэм. Так, передадите укусы или нет? Или что, блять? Я голоден, нахуй. Бей его. Один кто-то не передал, да? Я понял. Ох, давайте Геро добьем. Да, давайте, хули, на 5 лямов. Да, блядь, я понял, блядь. Вот тут резко весь рейд стал неграми, блядь. Ну как так? Чё не... Ну, нельзя выбрать цель, укусить ДД? Почему надо кусать танка? В чем проблема? Хила тоже укусили. Это пиздец. Чё, мне сказать, кто кого укусил? Это я. Бывает, можно на трансмок? Там у вас вар танк был или нет? На кому надо щит-то, блять? Хули вы не жмете ничего, блять? Расплыл. Чё, блокеров этих убрали, вот эту тему, на его ВВК, да? Так, блин. А нафига не нужны? Да, говорят, что-то понерфили. Вот, короче... Блять, только что же видел. Бля, страхолит, как я мечтал о нем. Надо было сделать ставку на то, что я сдохну 3 раза подряд. Да вы заебете ОД лутать. Можете не открывать мешки свои ебучие, блядь? Пизда, бля, я понял, нахуй. Подожду, пока все утонут. Вайпорожденный тебя укусил. Я так понял, это шалфир? Вайпорожденный. Осталось-то 5%, да. Я тыкаю на Бурибая, не могу тыкнуть. Ну, кушно же. Кому я отдал, нахуй, эту хуйню? Мне отдал. Кому скинуть? Я понял. Да там, блядь, Шектор лутает ОД, блядь, камень. Или если... Да никому не скинуть, ты утонул за 50. А, окей, все, спасибо. Завоеватель. А меня, короче, хуй знает кто. Ну, у тебя персонаж белый. Блядь, хороший вопрос. Да не знаю, типа я всегда делал хотелось, белых. Да? Как только, знаешь, наверное, ну даже в этом, в киберпанке белый был. Странно. А вот аниме японцы тоже европеоидных персонажей делают. Это что, зависть, типа, или что это? Это расизм? Это расизм получается. Натуре, блин, вот пидоры. А вот интересная такая загвоздочка. Защитник. Блин, не везде же. А, на киси закинул.
Так, что вы меня сумоните? А кто у тебя мать, белая или темная? Мать, да. Белая, да? Да-да-да. Белая. Отец приезжал просто, да, потусить? Ну, получается, что так, да. Отец планут, да? Понятно. Мне из негров, знаете, кто нравится? Этот, короче, Мартин Лоуренс, потом кто еще, блядь? 50 Cent. Это само собой, блядь. 2007 год, блядь, ты чё, блядь? Как он там, блядь, хуярил? Там еще такая... Ребята, у кого-нибудь батя за хлебом... Майкл Джексон. Майкл Джексон, блядь, еще это же мировой, блядь, известный негр. Пидор. А которого коленом придавили. Тоже нравится? А почему коленом? Он детей. Ну, который там Флойд или как его, блядь? Мэйвезер? Мэйвезер. Да, крутой боксер. Мэйвезер ровно тип. У вас отец за хлебом уходил навсегда? Таджика одного видел. Или за пельменями. За пельменями. Но моего убили. Мой на иглу ушел навсегда. Мне батя тоже куда-то за молоком пошел, блядь, не вернулся. Вот блядь, вот, нахуй, понимаешь, страшно и жить, нахуй. Вот люди говорят такие вещи, и ты думаешь, правда это или нет? Это правда, это сейчас. Да. Ёбнули просто. Ну, у меня так-то родного батю тоже, наверное, уже застрелили. Не он на детство. Украине живет. Ну, меня потом усыновили. Лихие 90-е, да? А чё ты спрашивал, что-то негр какой-то, колено какое-то, чё за колено, чё это такое? Да, ну, бля, это, там, блядь, ну, это что в Америке было. А, как это типа в новостях? Чёрные кошки, блядь, как их, Black Lives Matter? БЛМщики. Там же Kanye West вышел, сказал, что их наебали всех негров. Они сейчас теперь бугуртят там. А теперь его, блядь. Где контракты у него, блядь, ну так вот, если подумать, да, вот... Контракты не сделаны в огороде. Завезли негров, получается, вот что, в Америку, да? Вот, ну, как, какие года, это же давно было. Сначала... Ну, вот, а Америка это вообще что? Это сама по себе вот страна, да? Там всякие отбросы, ну, всякие преступники, это всякие вот эти авантюристы. Империя. Вот я рассказываю, ты не перебивай, блядь. Вот приехали туда, значит, с Франции, с Испании, откуда там они приехали все? С Англии, блядь, все вот эти вот уёбки. Вначале они что делали? Они уничтожали индейцев, да? И причем как это было? Это было даже руками индейцев, они друг против друга хуярили. То есть одно племя против другого. То есть французы нанимали одно племя, а англичане другое. И они хуярились, короче, друг с другом. По итогу как получилось? Индейцев истребили, их сейчас там 200-300 тысяч осталось, они в резервациях сидят. То есть, по сути, их континент, их материк, у них спиздили, забрали, все ресурсы поспиздили, короче. И потом... Ну, пидорасы. Пидорасы конкретные, ну, америкосы. То есть, не индейцы, а вот те, кто приехали это завоевывать. Уёбки. Вот. И получается как? Они, короче, это все сделали... И потом, ну, такие думают, ну, надо же кому-то хлеб там выращивать, да? Они же все уёбки такие были, знаешь, авантюристы, ну, типа, ну, командовать там или что-то такое, ну... Ну, любители попиздеть, а не поработать. Да, такие уёбки в натуре. Ну, были там евреи, допустим. Ну, как у нас в гильдии, короче. Башмачники, банкиры и вот эти вот все чмошники. У них там как вот это все развивалось? Наняли этих негров, да? Ну, то есть привезли на судах. И все, они давай работать на плантациях. А негры-то нихуя, они же тоже думают, ну, нихуя себе привезли. И потом... Как бы, ну, первое поколение вот это прошло, да, потом новые там родились. И они как бы задумываются, ну нихуя себе, а почему у этого все есть, а у меня там нихуя нет. И пошло, поехало. Потом все это за права они там боролись. И вот сколько вот тоже фильмов на эту тему было, что, ну, негров там принижают, типа в ресторан там зайти нельзя. Типа, ну, вот эти вот, например, 12 обезьян фильм. Да, да хуя, короче, ну, на эту тему. Так, зеленая книга или как там, Миля? Миля я смотрел. Ну, Миля это где Терминатор, это? Терминатор, а не так. Знатоки, блядь. Ошибся, блядь. Про Чебурашку смотрели, то же сам. Мстители вроде там было. Там негр был, да? Черная пантера. Или это я перепутал? Он нарипнулся. Не-не-не, он прям черная, да. Ну, он там был. Черная пантера. Только и сейчас правда. Так вот, я к чему говорю, там что... Там актер умер, осуждаю. Так-то подумать, да, вот они, ну, вот это движение, да, типа, ну, с одной стороны, их можно оправдать тем, что, ну, нихуя себе, их предков тоже, ну, принижали так вот. И правильно они хуярят. Но с другой стороны, вот, типа,
Ну так вот смотришь, да, вот, вот те игры, которые они там устраивали в Америке, вот, вот тоже ролики показывали, типа, бежит, ну идет, идет женщина просто, ну сумочка там все, но она, понимаешь, она не мужик, она женщина, просто худая, такая хрупкая, идет сумочка там с какого-нибудь магазина и просто бежит негр и просто с локтя ей въебывает в голову, она падает и все, и она даже не дрыгается. Вот, и как это комментировать? Ну, это вообще нечеловечно как-то. Ну, просто конченое. Вот. Просто и... женщинам не следует жить, вот и все. Это не заходите на ступеньки, два моба сначала бейте. Не следует жить. Получается, что есть какие-то, ГП? Есть какие-то вещи, которые вроде бы справедливые, а есть какие-то вещи, которые, ну, пиздец. Минутка исторических рассуждений от Войда. Каких исторических, блядь? Это не история. Конечно же, справедливость, я же люди. Да это не история, это на данный момент происходит. Там это... Это БЛМ? Да БЛМ, БЛМ это проплаченная хуйня, блядь. Ну, это инструмент в руках кое-кого богатого. Путина? Причем тут Путин, блядь? Ничего. Путин пофиксисирует. Кое-кого с ником Авеланием. Короче, рыбу ставлю, не знаю, надо, нет. Шектор летаешь, остальные чилят. Стойте, Борибая, все, он не здесь. Нихуя Шектор, у тебя босс, босс сложный. Москон, ты, короче, справа, я слева. Смысле, давайте босс, ачивку босс, сделаем, босс. Пацаны, давайте ачивку сделаем. Надо да просто нет. Во все порталы зайти. Да схуя ли нет? Нахуя тебе эта ачивка? Без таинственной дамы все равно дракона не получишь. Давай, если таинственную даму сделаем сегодня, то сделаем в следующий раз. А это там что надо сделать? Ну, больше 5 стаков не накапливать. Сделай таинственную даму. Если сделаем таинственную даму, то сделаем порталы на следующий рейд. На следующем кабине. А это типа делается в 10 и 25 одна и та же ачивка? Ну, а да, ачивка одна и та же. Ну, драконы разные, но 310 дается. 10-25. Пошли, Бурибая, нету, пошли хуяли. Лучше в десятку тогда. Можно же было бы, блядь, 6 хилов сделать, чтобы каждый по 5 стаков полутал, блядь, и все, и обе ачивки выполняются спокойно. Там, по-моему, 8 порталов, если не ошибаюсь. Ну, 8 тогда хилов. Москон, твой моб забирай. Вы должны мне помочь. Ачивки, блядь, это круто. Дренеев нету, у них там 25% восстанавливают, просто, блядь, по одной клавише. Дренеев нету. Эридаров нету. Да орков нету. Эридаров. Синтека нету. Негров нету. Снежков нету. На самом деле нас всех нету. Нас всех нету. Мы. Интересно, вот просто, как относятся китайцы к нам, ну или японцы, да? И к неграм, и к этим. И... Хотят съесть. Но я был типа в Китае, там, ну, по контракту. Но относятся хуёво. Хуёво прям? Хотят съесть, я говорю. Ну, как? Типа, китайцы, они просто не любят всех. Ну, то есть, они, типа, расисты. И если ты не китаец, это уже плохо. У меня подруга чисто рыжая, к ней очень хорошо китайцы относятся. А рыжие еще в Китае, там очень много зарабатывают денег. Прям, ну, вот она тоже типа, насчет этого ездила, тот насчет этого зарабатывал. То есть, даже вот где-то идет мимо по улице, ее в кафешке к ней подходит, допустим, кто-то хозяин, или что, говорит, посиди у меня в кафе просто. Это фетиш какой-то. Так, ну, чтобы ты понимал, типа, мы там ходим в клуб, и нам за это платят. Ну, за то, да, что мы бухаем, типа, условно, там. Червь пиздит Шектора, гнилостный червь. Внимание. Я понял. Вы видели, блядь? Что же произойдет, да? Ну, его пиздит червь. Хуяк такой москон гриппает, блядь. Червя, блядь. А если на него толпа нападет? Мне кажется, Шектора съедят. Тема расизма не раскрыта. Почему Void типа должен быть темным, а у него этот, блядь, персонаж белый? Опа! Опа, блядь, что это было? Мне кажется, на расизм похоже. Что ГП? Ну, в принципе, на профи нормально все, на лане тоже. Вот только на завете чуть тапки не слетели. Что произошло?
Довольно большая сфера, плохая логия. Я курил на данный момент, да. Синтек, блядь, там закручивает, блядь, прошлогоднюю газету, блядь. Чисто сено покуривает. Пожилого сплифа чисто дает. Ну, добро. Что ты куришь, Синтек? Натуральную траву? Или синтетическую? У нас конопля растет. Он свои ветки, блядь, курит. Че в углу общаги найдет, то и скурит. Кто только что сказал про пожилой сплив, блядь. Я не знаю, хочу ты умер сейчас, блядь. Не говори так больше. А ладно. Ну что, вы убьете этого моба, блядь? Я понял. Чуть не обрыгались. Что это такое, сплив? Что это такое, блядь? Ну, типа такой вид сишки, самокрутки. Пожилой еще, да? Сплив, он такой, типа, плоский, большой. Плоская сига, что ли, или что, блядь? Ну, типа такой жирный, типа, сига. Сига? Сигара? Ну, типа, как будто на сигару сели, понял? А, ну-ну-ну, понял. Ну вот, блядь, так и говори, в следующий раз. Только самокрутка, типа, еще. А-а-а, приплюснутая самокрутка, я понял. Ну еще она вроде в листе делается должна, а не в бумаге. Ну пожилая, то есть пожилая — это древний лист какой-то старый, да? Ну пожилая — это в смысле добренькая такая, типа. А-а-а, жестко. Ну давай! А, ну давай. Берегитесь. Эй, блядь, давно крейзи типов таких не видел, которые голос меняют. Ну ты крейзи. Помню, последний раз... Я давно слово крейзи не слышал. На открытии сервера в 2020 году был челик с таким голосом тоже. Может быть, это он и есть? У него там, не помню, как Никвара был. Он, короче, пошел в РБК. Ну, и РБК тогда не было, РЛК пошел. Ратмир Шишков. Да, это я. Что? Это ты? И спиздил этот самый... Выпала тринька на хила какая-то, не помню. Ну, там с духом что-то. Или МП5 чересает. Он ее на вара сролил и не отдавал, короче, хилу. Он ему хотел ее продать за голду, нахуй. Я его кикнул с гильдии за эту хуйню. Вот и правильно. Так это Никита Снич. Снич? Саша, за... заткнись. Это ты, да? Кто? Ну тот тип. Что? Который такую хуйню исполнил. Я вас найду, нахуй. Смотрите мне, блядь. Я лучше так у тебя наведу, ты что? И исполнишь их эротические желания. Я в игру меньше играю, ты что, прикалываешься? Этот самый... Короче. Злобный друль. Ну, сотка, я не знаю. Сотку ты нажимаешь, когда это мейн. У тебя не мейн, ты не можешь сотку нажимать на все подряд. Москону закидывай. Синдром друида, получается. Да вы все такие, блядь. Только вон это... Не, водиком нормально. Не, можно это простить, когда человек в этих спеках играет и подстраховывает. Ну, типа, я не против. Но опять же, все равно надо брать в расчет то, что людям другим тоже надо одевать мейнспеки, которые у них один. О, слышал, он не прощает. Ну, я Синтеку просил, потому что он, блядь, и танчит, и хилит, и дамажит. Что хочешь, делает, только минет не делает. Все, пошли, забегаем. Нет людей на лут. Фу, блядь. Фу. Такие гадости у мужик, блядь, нет. Фу, мне противен воет, блядь. Слышь, покинул. Я же не сказал, что мне делает, блядь. Да ты, блядь. А то ты подразумевал. А есть персонаж женский? Красиво. Миловиц. Не считается? Ой, блядь, что там не считается? Ну, если персонаж женский, минет не считается? Что ты, минет женскому персонажу хочешь сделать? Ну, если персонаж женский, и он делает минет, то не считается, что за него играет мужчина? Блять, да не считается, сразу баба. Ты в Таиланде был? Нет. Чё ты, нахуй? Ну, я догадываюсь, что там транс и все хуйня.